удовольствие от того, что здесь вижу, что происходит. Первый мой рисунок был совершенно смешной. Не вообще, наверное, никак не похож на что-то похожее. Вот. И насколько мне радостно видеть то, что происходит сейчас. Но для меня это как лекарство, честное слово. Прихода к вам, приходы, назовем так, да, посещения какие-то, действительно как лекарство. Я настолько отключаюсь и там, не знаю, заглядываю вовнутрь себя, наверное, в этот период, когда здесь проходят занятия. И Дмитрий и Галина сумели создать некую такую атмосферу, непринужденную, такую гармоничную, когда человек действительно может чувствовать самим собой. Вот, это очень важно. И действительно, некое просто внутреннее оздоровление происходит. Я бы с удовольствием ходила бы на все абсолютно факультативы, на новые темы. Вот у меня же такое желание, я выходила абсолютно на все. Ну, единственное, как там деловой занятый человек, я просто по времени не успеваю посещать все. А как ты думаешь, вот Дмитрий с Галой делают важный вклад в культуру вот, нации своим делом, то, что они делают, их деятельность? Я думаю, что они делают то, что это важно, это абсолютно точно, это даже никакому сомнению не подвергается. Насколько это серьезно и глобально, наверное, мы даже этого оценить не можем на самом деле. Вот. Сначала все так немножко полуиграючи, такая просто атмосфера, но на самом деле это, я думаю, имеет такой очень большой отдаленный эффект вот для всех, кто здесь был. Кто не был, они просто потеряли эту возможность, и, во всяком случае, ей еще не воспользовались. А те, кто были, я думаю, что это даже мы до конца не понимаем, вот я повторяю, до конца не понимаем, насколько это серьезно и важно. Но меня просто как, не знаю, как говорят, торкнуло, прошибло. То есть я потом рисовала днем и ночью, до 3-4 утра, в 6 утра вставала на работу, это продолжалось достаточно длительно. Но потом постепенно я просто сама себя начала тормозить, потому что я уже понимала, что 2-3 часа в сутки спать и заново вставать в 6 утра идти на работу, мне начинала качать от этого. Потом немножечко это остыло, но вот эти факультативы, они снова вот этот интерес подогревают. Это хорошо, что это затаскивает и затягивает, а не что-то другое. Mm-hmm. Я считаю, что действительно это помогает, действительно каждому, наверное, в чем-то своем. Наверное, когда каждый рисует, включается на свою волну, на вопросы бизнеса находит ответы. Кому-то личные вопросы решит, тот, наверное, личные решает. Но то, что это помогает, абсолютно точно. Художники Дмитрий и Галина Тарасовы – основоположники экспресс-метода обучения рисованию красками с 1992 года. Авторы запатентованной методики раскрытия творческого потенциала человека –